Никита препятствие, через которое он вынужден упасть. Поэтому, если его сделать быстро, сделай быстро, Андрей, то шансов обойти препятствие нет. Главное быстро восстановить спину, прямую спину. Это очень важный момент, чтобы вы сами не были уязвимы. Правило. То, что рандоль правило, а там рандоль правило. Идея принципов айкидо и приемов айкидо. То есть дзюдо запрещено. Там, да. Но есть отличие. Воздействие на ягодицы, на спину, тантарандори. Воздействие уровень ниже, на колено, тоже рандори. Вариант рандори. Прихватываете область ягодицы, бедра, даже колено. Если руки свободны, то без ножа. Значит, колено тоже можно использовать. Развернул. Вот опорная нога. Опускание на одно колено. Тантарандори. Опускание на два колена попеременно. Раз, два. С промежуточным этапом. Два колена. Тошурандори. Тошурандори совершается после выполнения загрузок. Опускание на колено потом. То есть вы выполняете технику, а потом переходите на колено. Вот. В конце приз. Еще раз говорю, не путайте сюда под локоть. Это очень опасно. Идет разгибание воздействия. То есть разгибание просто. В конце. Майя тоже. Пропускается уход на колено после броска. Запрещен удар в локоть. Тогда вы легко это делаете. Стоит только сыграть колено влево-вправо, встать на носок, вы не можете держать. Даже вы можете приподняться, то есть вы можете выполнить более сложную технику. Никита, не бойся, все будет хорошо. Медленно сначала.